Дорогие друзья, всем доброго времени суток. У нас в наличии появилась плойка. Это не PlayStation, не подумайте, имеется в виду выпрямитель для волос, оригинальный. Обратите внимание, вот такой вот стильный дизайн, в такой четкой коробочке, многофункциональный. Девушки знают, что это такое, это выпрямитель, короче, для волос, чтобы прямые волосы у них были. Сейчас вам покажу комплектацию. Если я открою, здесь очень плотная пленка. Пробуем. Вот она. В комплекте у нас здесь тюбик получается, емкость. Не знаю, для чего емкость. Девушки, вы, наверное, разберетесь. Я вообще не профессионал в этом. Вот здесь он открывается, и там что-то, наверное, наливается, заливается. Не знаю, шампунь какой-то может. Тут сама плойка. Плойка, другой выпрямитель. Вот такая вот розетка у него. Русская вилка, обратите внимание. Кабель очень хорошего качества. Сам утюжок тоже очень хорошего качества. Снимаем. Вот так вот он открывается. Здесь у нас получается мягкая подкладка. Здесь он идет как расческа, тут как расческа. И тут, соответственно, утюжок. Здесь у него еще есть функции. А вот это у нас открывается, получается. И сюда что-то, как я думаю, заливается. Ничего себе. Что только не придумал. Вот сюда что-то заливается, скорее всего. И она... Я не знаю, что туда заливать надо. Воду, которую... Походу, через это, да, короче, надо сюда заливать. Ну, воду или что там, не замерзайка, что ли? Чтобы волосы из него не замерзли. Короче, вот. Эта емкость вставляется у нас сюда. Давайте сейчас я ее подключу в розетку, тут, потому что у нас сенсорная панель управления, чтобы я вам это все показал. Розетка. Розетка, розетка, розетка. Розетка у нас сзади. А, или вон там есть розетка? Там, скорее всего, чтобы не сгорели волосы. Вода. Так. Вот, он здесь у нас включился, видите? Оф. Вот тут регулятор получается градусов, и пар можно убавить, можно добавить пар. 230. О, нагревается вообще жестко, быстро. И пар, короче, так делать можно, его, короче, сделать нормально. И где мои длинные волосы когда-то были у меня? Вот здесь у нас замочки есть, чтобы зафиксировали градусы, чтобы они не скинулись. Все, сейчас надо его выключить. Я его выключаю. То есть девушки знают, как им пользоваться, парни. Если что, это на подарок тоже можно будет использовать. И, соответственно, на продажу. Расческу можно снять. Вот она, видите, здесь у нас. Это убирается. И хотите без расчески, просто можете выпрямлять. Хотите, расчесочку воткнули и можете расчесать, выпрямить полностью. То есть она тяжелая, кстати, она. Девушка качок должна быть, походу, чтобы это делать. Для заказа переходите, количество есть, качество вообще супер. Он идет в оригинале. Производство китайское, но фирма оригинальная. Поэтому для заказа переходим и заказываем. Всем топовых продаж и хорошего настроения.